Настольная игра «Самый ужасный человек». Вы собираетесь компанией, составляете случайную гадость из соответствующих карт и потом решаете, кто какую гадость, по вашему мнению, мог бы совершить. Разобраться в различных гадостях вам помогут карты действий и карты условий. Расклад может получиться такой. Например, кто из нас мог бы громко материться в присутствии неудачно стриженного пса? Или кто из нас мог бы воровать конфеты у красной шапочки из кукольного спектакля? Игра очень простая и веселая, ее цель — пообщаться и вдоволь нахохотаться, но можно играть и на победные очки. Самый ужасный человек. Теперь-то вы точно узнаете, что о вас думают ваши друзья.